в вашем сознании существует уверенность, что возможно все. Прелестно! Прелестно! Мир – это сказка. И это не какие-нибудь убеждения головы, это ваше прямое, конкретное ощущение. Вы пробуждаетесь после долгого сна и забвения. Вы пробуждаетесь после долгого сна и забвения. Это твое? Мое. Откуда? Оттуда. Внутри вы становитесь ребенком, для которого мир – это просто игра. Это состояние сознания прямо противоположно обычному человеческому сознанию. Для которого мир является полем борьбы, страдания и неуверенности. Человек просто замурован в стены невозможностей. И это прямая магия страдания и фальши. Но существует магия прямого знания. Знание, которое видит, что мир – это космическая игра. Знание, которое видит, что мир – есть космическая игра. Знание, которое видит, что мир – есть космическая игра. А мы, не сознавая себя в этой игре, возвели вокруг стены двойственностей, поделив все вокруг на нет и да, на черное и белое, плохое и хорошее, близкое, далекое, приятное, отвратительное, друг, враг, небо, земля. И теперь, находясь внутри того, что мы выдумали, мы сражаемся с миром, чтобы выжить. Но это всего лишь иллюзии. Иллюзии переходного существа. Иллюзии, которые были необходимы для того, чтобы вырастить наше истинное внутреннее существо, которое, однажды пробудившись, внезапно увидит, что весь мир – это просто игра. Игра одной единой сущности, единой сути бытия, имя которой Брахма. Имя которой Брахма. Это наше высшее Я. Это наше высшее Я. Это то, что всегда было. Всегда есть и всегда будет. Мы все его дети, а по сути куклы, которые не знают своих ролей. И если вы приходите в своем познании к этой единственной сути, то ничего не остается, кроме игры.
игры свободы, радости и любви. В момент приобщения к этой великой космической сути вы исчезаете из старых ролей. Вы исчезаете из кукол, которые считали себя отделенными от этой вселенской правды. И эта игра, и этот игрок всегда были здесь. Просто у нас однажды открываются глаза на эту единственную суть. И в вашем сознании навсегда воцаряется великое возможное. Простое возможное. Вы проламываете стены невозможностей и оказываетесь лицом к лицу с единственно возможным. Вы проламываете стены невозможностей и оказываетесь лицом к лицу с единственно возможным. Вы разрываете индивидуальный кокон эволюции, который был создан чувством эго, и вырываетесь во всеобщую обширность. Но это простой взгляд, простое состояние, которое ничего не имеет общего со сложными формулировками. Это легко и естественно знает ребенок, пока его не научили быть взрослым.